Здравствуйте, мои юные художники! Рада всех приветствовать! Сегодня мы нарисуем вот такой забавный рисунок. Акула. Смотрите, такая милая акула. Ну что, как всегда, по традиции наш листочек разделим пополам, сверху вниз. Прям вот я сделаю вот такие пунктирные линии пополам. Думаю, вам не видно. Вот, можно пожирнее, конечно. Прям вот буду, наверное, вот так прям сейчас делать, чтобы вам было видно. И можно еще по горизонтали разделить пополам. Найдите середину, да, приблизительно где. И давайте разделим. Тоже можно пунктирной линией, чтобы проще было стерочкой убирать. Ну вот и все. Теперь, смотрите, у нас есть два островочка. Подводный мир, такой нежно-голубая водичка. Пузырьки с кислородом, они беленькие, а сверху обведены немножечко синим. Водоросли и немножко небольшие такие участки камушков и песочка. Ну что, давайте нарисуем вот этот нижний. Просто произвольной линией, вот так вот, как облако. Внутри просто камушки овальные. И водоросли. Как мы их рисуем? Вот такой волнистой линией. Можно сверху вниз, можно снизу вверх. Они разные по длине. Короткие, длинные. Не бойтесь рисовать. Такой у нас декоративный с вами урок. Вот в этой части мы нарисовали. Теперь в этой части чуть выше. Видите, здесь ниже, здесь выше. Тоже давайте с вами нарисуем вот такой вот участок земли. Внутри камушки. И точно так же выполним водоросли. Смотрите, они где у нас, да? И немножечко еще выходят, скажем так, за пределы вот этой линии у нас чуть-чуть выходим мы. Всего лишь по центру, скажем так. Угу. Ну что, все. Вот мы с вами и нарисовали. Теперь вот есть еще пузырики. Это кружочки. Большие, маленькие. Они рисуются после того, когда основной фон закрашен, рисуются белые кружочки. Белой краской. Какой краской мы пользуемся? Гуашью. Ну и здесь мы с вами закончили. Переходим рисовать нашу акулу. Акула, она как будто овал такой вытянутый. Давайте попробуем нарисовать небольшой такой овал. Вот смотрите, я сейчас вот так вот сделаю. Вот. Вот такой вот, видите, он такой своеобразный овал. Вот как. Выполнили, да? Смотрите, здесь он больше соприкасается вот с этой линией. А здесь он уже меньше. Здесь шире овал, а здесь уже. Теперь от этого овала вот такой хвостик мы рисуем. Оп! Вот такая прелесть. И носик. Посмотрите, какой вздернутый. Она такая забавная, а это ее зубы. Вот отсюда мы рисуем вот такой носик, перетекающий в ротик. Вот как. Ну и нужно вот эту линию нарисовать. Отсюда же сразу. Раз, здесь вот такую линию и вот эти все плавнички. Вот тут треугольник, наверху треугольник, посмотрите, где он находится у нас, внимательно. И здесь еще один вот такой плавничок. И вот этот выглядывает вот отсюда. Вы внимательно просматриваете, где что находится. Теперь у нас еще вот эти зубы. Вот они какие у нас смешные, большие. Они такие, скажем, декоративные,
добрые зубки. И маленький носик. Вот тут есть отверстие. Глаз нарисуем. Что такое глаз? Смотрите, вот такую линию сначала сделаем. А потом к ней будем строить вот так глаз. Раз, два, три и четыре. Представьте, вот здесь вот закрашивается все. Вот, она уже смотрит на вас. Теперь что мы делаем? Мы еще добавляем вот этих кружочков. Вот как хотите, больше, меньше делайте. Все в верхней части. Большой, средний, маленький. Ну и для того, чтобы начать рисовать, разукрашивать, нам нужно вот эти все ненужные линии удалить. Вот я сейчас этим и занимаюсь. Вы тоже у себя удалите ненужные. Ваша задача сейчас самостоятельно разукрасить данную картинку. Еще что у нас есть? Вот такие вот полосочки и такие кружочки, точечки. Все внимательно просматриваем. Еще есть у нас бровь. Посмотрите, вот такая вот она. Раз. А здесь вот так вот ресницы. Вы можете разукрашивать это красками, пастелью, акварелью, гуашью. Вот первое действие какое? Сначала мы делаем фон. Для того, чтобы он получился такой небесно-голубой, мы должны в белый потихонечку добавлять синий. И подбирать более-менее вот такой вот светло-светло-голубой. Закрашиваем фон. После этого мы рисуем островки с листьями. Но, безусловно, когда все высохнет, тогда вы и начинаете прорисовывать сверху островочки земли, водоросли. Вот эти вот красивые белые делаете пузырьки. Вот эти вот белой краской. После того, когда все это высыхает, вы подрисовываете синим цветом. С одной стороны где-то, с какой вам хочется. Внимательно рассматривайте сами и красьте. Здесь уже должна присутствовать ваша наблюдательность. После этого мы рисуем уже нашего акуленка. Что мы делаем? У нас брюхо, смотрите, вот эта часть, она белая. А все остальное у нас серое. Как мы делаем серый цвет, если кто не знает? Это в белый мы потихонечку добавляем черный и разводим его до нужного нам оттенка. Нежно-нежно серый. И закрашиваем все то, что серым. После того, когда все это высохнет, вы приступаете к обводке. Обводка – это вот черные вот эти тоненькие линии. Можно сделать, в принципе, это маркером, фломастером, если вам удобно. Вот. Кто хочет попробовать кисточкой, можно кисточкой сделать. Вот эти все полосочки внутри глаз, вокруг обводка, бровь, ресницы – полосочки, точки, кружочки, посмотрите, носик, зубы обведены с какими-то еще есть внутри полосочки, плавнички, вот они у нас тоже с полосочками. Все внимательно просматривайте и выполняйте точно так. Ну а я тем временем желаю вам удачи, надеюсь, построение было несложным. В дальнейшем вы справитесь с этим заданием. Это как раскраска. Смотрите и красьте. Желаю вам удачи, до скорых встреч!